Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, новые задания. Выиграйте 5 гонок на вертушке, маневр на супербайке. И, блин, на супербайке и супербайке. Все с этим супербайком связано у нас. Отдай сюда сундук. Прекрасно. Так, ну что, друзья мои, я почесал. Проиграли, да? Так, тут все готово, все готово. И здесь тоже забираем. Все. Я готов, друзья мои. Я поехал, зимний кубок. Гонщик, ребята. Надо менять. О, давай такого возьмем. Ну что, на этой тачке погоняем пока. Так, тихо. Спокойно, Дуся. Фига эта машина, ребята. А чё он такая жесткая-то? Ну, а, может, то, что крылья у него. Да она как-то летит у него суперзверская, если честно. Суперзверская, друзья мои, она летит как-то. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, сама по себе такая машина крутая. Может, то, что у него крылья, да? Ну, ну даже если крылья, ребята. Как бы это не повод уж. Настолько прям. Ты посмотри, она просто пролетает, ребят. Над моей головой там пролетела за километр. Не знаю. Мы потом посмотрим, если там будут другие такие же машины, посмотрим, как она в плане. Ну, как бы сравним другие тачки. Потому что, ну, что-то тут уж вообще прям. Я удивлен. Ну ладно, тут первое место. А где у него тачка? Сейчас он почему-то в самом хвосте, ребята, был. Я первое место получил. Так, ребята, весенний горок. А, супербайк, супербайк. Подожди секунду. Супер... Вот это же у нас супербайк. Ну давай, попробуем. Там что, маневр вертушки, да? Всегда, как обдолбыш. Да ты оборзел, что ли? Почему я на своем байке еду как калич какой-то? Хотя, по идее, должен нормально там шуршать. А я еду, блин. Очень интересно. А маневр, сделать маневр? Маневр, это, по-моему, ребят, на заднем колесе, что ли? Трындец, ребят. Очко на минус, блин, было сейчас только что. Я думал, все. Распрощаемся с тобой там. Ну, благо, все обошлось. Пока обошлось, ребят, не знаю. Ой, тихо. Аккуратно, конечно, тут надо. А как ты хотел? По-моему, все, больше не будет туннель. Или будет? Нет, не будет. Фух. Аж сердце замирает. Аж сердце в пяточки уползает. Мульпан. Мульпан, а? Отвалил бы ты куда-нибудь, я не знаю. Тихо. Эх, чуть-чуть не хотел. Ладно. Засранец. Пока все равно, ребят, по очкам лидирую я. Ну, вот это, конечно, тупо сейчас. Но! А что он такое там делает, я не понял. А, так у него зеленая срань, ребята. Ёпарсете. У него зеленый вот этот выхлоп, блин. Я не знаю, ребят, как с этим бороться. И можно ли вообще с этим как-то бороться. По-моему, никак, ребят, это бесполезно.
Это сильный выхлоп вот этот вот, который делается. Это даже, там даже нитро рядом не стоит, понимаешь? Поэтому, как бы... Так, ребята, одно я выполнил задание. Но у нас еще сделать маневры. Сделать... Тут, надеюсь, нету этих туннелей-то? Слава богу, нету. Маневры. На заднем колесе. Или что? Что надо сделать? Как надо сделать? Как этот маневр? Ай, блин. Нифига, сундучок дали мне. Ну-ка. Маневры на супербайке. Выиграйте 5 гонок на вертушке. Можно вот это вот поменять? Сделайте... Вот, 6 поворотов. Как раз, друзья мои, для вертушки-то 90... Нифига, 96. Давай я возьму вертушку, поехали на вертушке. Выиграть 6 гонок. Где она? Где моя вертушка? Вот она, вертушка. Выиграй 6 гонок и сделать 6 поворотов, ребят. Хорош. Давай, заезжай. Да тихо ты, вертушечка, роднушечка. Нормально, ребят, давай повороту. Ну хорошо, сделали мы здесь, друг Леха. Ай-яй-яй-яй-яй, Рей. Что ты творишь, а? Смотри, что мы сделали с тобой. Насосы, господи, я их просто сделал. Пока это трихомудью гнали мы с тобой. Вот глубоководная езда, друзья мои. Тут... Слушай, а тут с автобусом же какой-то прикол, да? По поводу глубоководной езды этой. Куда лечу, зачем, куда? Вот пузырь, ребят, продинамил. Продинамил пузырь, Рей. Ну вот теперь... Пеняй на себя. Хорош. Опять продинамил. Ну ладно, здесь бог с ним. 6 гонок выиграть на вертушке. Мы уже выиграли, по-моему, 2 или 3. Автобус, ну, мне кажется, ребята, под водой, наверное, он все-таки здесь будет не актуален. Танк, а? Я не могу, ребят, догнать этот танк. А, у него танк еще и с попрыгушками был. Прикинь? Ну, с этими, с турбинами. Че ты делаешь-то? Пипец, вот ты баран. Ну, ёп, просто ты. Ой, даун, а. Да. Хуже не придумаешь, а? Ну и каким там еду, блин? Предпоследним, да? Третьим, ну да, предпоследним. 5, 6. Первым, да, будем? Первым.
Открываем. Так, зимние шины, колесный ускоритель. А здесь ускоритель фляг. Гора смерти. Друзья мои, гора смерти. Горя смерти. Да ненавижу я, когда ты так делаешь, ну. Все, лети через это все. Лети, лети, лепесток через запад на восток. Там, ну ты понял, да? Господи ты, боже мой, ну что же ты? Так, прекрасен. Как прекрасен этот мир. Да ядрен ты, Матрена, вшивая ты. Давай. Издевайтесь, ребят. А, у него заехал нормально. А, моя. Ой, друзья мои, это же надо так обделаться, а? Ведь все же так хорошо шло. Все так хорошо было, блин. Ну, ты будешь заезжать или нет? На какой-то фигне, блин, опять. Вот постоянно что-нибудь мешается нам. Постоянно. Мы не можем никогда нормально, четко все сделать как надо. Нет, какая-нибудь параша все равно вылезет. Где-нибудь какое-нибудь место какое-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Где начинается вот этот... Вот как здесь сейчас, да? Нет, здесь, слава богу, он, ну, хоть как-то заехал. Ему так и хочется, ребята, перевернуться и ехать задом. Достал уже, ну, серьезно. Ты будешь меня вытягивать, дебил! Фью. Выехал, твою же, налево, а? Я уже хотел ругаться во всю Ивановскую, блин. Ну-ка, давай сюда. Ускоритель флякс, замечательно. Крылья стартовый ускоритель. Так, что у нас там? А, ну да. Заданий больше нету? Нет, есть одно задание, какое там? Сделай 6 поворотов. На чем? На хилл-климбе? Нет, просто сделай 6 поворотов. Так, используйте для следующего соревнования на Луне лунный модуль. Так. Поехали на нетом. Покатаемся, ребят. Хорош, хорош, нормально. Прикиньте, вот, вот эти вот автомобильчики, ребята, прям вот догоняют. Спорткары эти. Прям вот по пятам едут там где-то. Угу. Там и фура. Ну, фура, ладно, фура там отстает капитально. Воскресный. Воскресный чемпион. Попробуем, ребят, тоже проехать на. Хлопнул, да, все-таки? Мой движочек. Пердит, чадит, но летит. Это, ребят, еще хорошо, что он не перевернулся вниз головой. Это хорошо, он не перевернулся вниз головой, а то бы... Вставай на колеса, дристун. Господи, ну как так можно было, Рей, ну...
Ну нормально же шел, ну нафига, ну... Не убейся ты. Есть. Третью гонку мы тоже с тобой взяли. Третью гонку взяли. Сейчас на четверке посмотрим, ребят. Ау! Надеюсь, пещер нету. Е, отлично, ребят, приехал первым. Итого 9 баллов. Я думаю, что вряд ли меня кто-то здесь... Да, меня здесь никто в подметке, говорится, не годится. А, горный кубок. Слушай, горный кубок, наверное, все-таки на раллийном авто надо проходить. Опять это та машина, ребята, про которую я думаю? Ну да. Опять с этим, блин, с желтым выхлопом. Хрен ты не заехал, ни хрена не получилось у тебя. Это издевательство, ребят, я последним еду. Вот сейчас уже точно последним еду. Третьим. Кому я там проиграл? Этой вшивой, как звать-то ее, блин? ККМ-ки, что ли? Вы издеваетесь, блин? ККМ-ки проиграть. Я не знаю, ребята, что за машина такая. Она вообще, что ли, не весит ни хрена. Летает, ты посмотри, объезжает как. Какой-то читер, блин. Я тебе серьезно говорю, с этой херней зеленой. Как-то читерство просто. Невозможно обогнать. Невозможно, ребята, обогнать. Он, блин, читерит. Блин, не так и не так, а. ККМ-ка, прикинь, сзади наяривает. Как она-то меня может обгонять? Не пойму я, блин. Первым, ребятушки, первым приехал. Так, кубок, городская вода, блин. Не, серьезно, я не врубаюсь, ребята. Как эта фигня? Вон, опять эта машина. Ну, я бы не сказал, что она тут быстрая. По крайней мере, не на этой гонке. Или просто у него там какие-то проблемы. Хотя по пятам. Прям по пятам, ребята, ехали они. Прям, блин. Давай, 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 давай. Дожимай. А этот, ребята, с ускорителем, да, едет? Все, обделался. У него... Он обсох. Тот гнида обсох, прикинь. Хлыщ просто, ребята, обсох на обсосе. Блин, не надо так вот. Да, нормально. А этот гвоздодер лезет. Есть. Ну, я не скажу, что это. Тот, видимо, ребят, ну, просто там имбово был прокачанный чувак. Потому что, сам же видишь, ничего особенного тут нету. Давай, 3000 монетки. Гран-при каньон. Гран-при каньон, ну... Давай попробуем на баги. Мы, по-моему, на баги тогда неплохо брали. Гран-при каньон-то. Трындец какой-то. Ты, блин, серьезно, твою мать, а? Ты даже доехать не смог, дебила ты. Кусок, блин. Он даже допрыгнуть не смог. Я, блин, фигею, ребята, с этого дебилизма. Допрыгнуть, самая прыгучая машина, ну, грубо говоря, да? И не могла, блин, допрыгнуть до этой вот
кусочка. Пипец просто. Идиоты, а? Да. Мы неплохо брали гран-при. На баг. Приснилось, наверное, блин, мне это все, блин. Неплохо мы брали. Где тут, блин, неплохо мы брали? Полный отстой, отстойнище. Ну, да ш... Господи, такое унылое Г, извините меня, ребят. Ну, это пипец просто, ну. Я в шоке, ребят. Я просто в шоке от того, что тут происходит у меня. Ну ты будешь ехать, тварь. Я даже какая-то дебильная фура, ребята, обгоняет, понимаешь? А, так у него зеленая фигня. Размажься, ублюдок несчастный. Да не надо мне туда ехать. Нет, ну туда уже можно было. Короче. Тупарь, просто тупарь. 3 балла. Ой, 3-е место, да, мы не рады, не рады этому. Не ожидал я от баги такого. Такого отстоя. Поехали, попробуем, ребят, на суперкаре что-нибудь замутить. Смотри, байк, да еще на этих. Как сказать, на нитро. Да это вообще жестит жестяночка на нитро. Фига он там влупляет. Смотри. Парень, ты пролетел. А, ему тут короткие трассы какие-то. Я думал, он пролетел эту горючку и сейчас встрянет без нее. Но нет. Да еп ты. Ну давай, давай, давай. Первое. Есть. Да, игра стала пожестче, ребята, с последним моим заходом. Сумрачные долины, тут понятное дело, ребят. Раллийное авто, только лишь. А он на выскочке, прикинь. Кто? Пит, Пит. Есть, вторым. Я не знаю, ребята, как он там не размазался, этот Пит. Прыгай, как сайгак. Ну, посмотри внимательно. Да не хочу я туда заезжать. Ну, хорошо. Вот здесь вот было хорошо, ребят, проехал. А где же Пит? А Пит, по ходу дела, размазался. Блин, ну мы с тобой бустанулись как-то. А! Красиво он размазался, ребят. Конечно, красиво. Я про Пита. Давай, 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 рычаг, ну. Показываем, что мы лучшие. Нам надо марку с собой держать. О, да. И мы ее выдержали, друзья мои. Мы выдержали нашу марку. Показали этим супостатам, кто такой Рейчик. Ребята, сельский кубок. А на селе такой один ты, Рейчик. Йо, просто веселюсь тут. Фига. Это что за... Нормально, ребята, а то, смотри, а. Да. Хорошо, они тут устроились. Этот, конечно, втопил на финишной, это вообще жесть, смотри.
Он на нитро. Он на нитро, ребят, шпарит. На чистом нитроче. Нитроче. Петроче, ё-моё. Очень надо брать. Слушай, у него старт, конечно, получается дикий. Я ничего не могу сказать. Но финиш у него получается вялый. Понимаешь, вялый. Да он, наверное, сам по себе вялый. Ладно, ребят, не будем в оскорбление приходить, начнется сейчас. Говномет, блин. Ой, ненавижу я вот. Вот так, хорошо. Все, друзья мои, все. Все четко. Как чечетка, блин. У нас трасса била. Трасса била, да-да-да, того дебила. Погнали. Маслкар. Байк. Оп. Маслкар не отстает, друзья. От слова совсем не отстает. Что у него там? Нет зеленой пимпочки той самой? Нету у него? У гаденыша этого? Нету. У него магнит. У него магнит, значит, по идее, должен быть монетный ускоритель. Ну... Хотя, почему? Он, может, магнитом горючку цепляет. Байкер, к сожалению, да, ребят. Выбывает. Вот тут главное не перевернуться и все, ребят. Да какого лешего ККМ-ка-то так стала? Ее что, пробалансили или что? Что она так начинает выпендривать? Я не помню, чтобы она хоть когда-нибудь, ребята, блин, могла не то что даже обгонять, хотя бы приблизиться к спорткару. Тут же она что-то показывает, какую-то имбищу просто. Маслкар, ладно, я про него ничего не говорю. Но это... Это-то куда лезет? ККМ-ка, блин. Вот что, о чем я. Вот ее на ее место, вот сзади, правильно. Сейчас вот правильно приехала. Там, где она и должна быть. Ой, ну что там у нас? Монетный ускоритель. Блин, знаете, что я забыл? Я забыл, ребят, поздороваться. Так, а что здороваться, если 8 часов утра? А, я еще не спал. Сегодня опять весь день продрыхну, друзья. Так. Ну что, дорогие друзья, я на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.